Да. Тоже в этой цветочке. Значит, от имени дирекции Российской Федерации художественного издательного союза женской культуры действительно искренне вам желаю крепчайшего здоровья, творческого озарения, неиссякаемой энергии, женского обаяния, чтобы все, что вы задумали, все-таки наконец свершилось полностью. А я думаю, что вы такой человек целеустремленный, и у вас почти все сбылось, чтобы сбылось вот до конца. Вот. И действительно, вот, настолько вот пожелать вам, чтобы все свершилось. Потому что вы настолько вот действительно вот раскрыли сегодня, как никогда. Потому что я вас видела как бы только в роли пианистки, сегодня еще в роли композитора. Вот, чтобы у вас как можно больше было вот авторских, мельчайших произведений. И чтобы дальше у вас сотрудничество с молодыми людьми тоже продолжалось. Изумительная радость, изумительная встреча вместе. Вот просто хочется сказать, что такой концерт, ну, тонкий, таких давно у нас не было. Действительно, такой вот он какой-то уютный, и вроде вот и такой вот персональный, в то же время как бы по-домашнему. Вот этот зал как бы создает вот эту атмосферу. Очень хорошо. Мы так вам благодарны. Я думаю, что я выражаю мнение всей публики. Рада, что в мой день рождения, в мой юбилей, такой прекрасный дом, российско-немецкий дом, так горячо откликнулся и поддержал вот такое творческое начинание. Мне кажется, я очень благодарна дирекции дома и особенно Валентине Николаевне, которая, в общем, болеет за этот дом в творческом смысле. Это замечательно, потому что это, надо иметь большую волю, любовь к музыке, к искусству вообще для того, чтобы здесь всегда демонстрировалась прекрасная живопись. А это вообще редкая живопись. А до этого были замечательные художники. Вот один из них здесь в гостях сегодня у нас тоже Андрей Кноблок. Замечательный художник, которому я всегда радуюсь творчеству. Действительно, потому что это большой одаренности человек. Я очень рада, что он здесь сегодня и рада в этом доме. Он действительно дом очень уютный. Дома таких мало домов в Москве. Мне это очень хочется сказать. И я мечтаю о том, чтобы в этом доме, вот в этом зале, звучала всегда прекрасная музыка, чтобы здесь стоял рояль, а не пианино, потому что я думаю, что это были бы престижные концерты, замечательные концерты. У нас очень много, наша страна очень богатая, и у нас много талантов, много мастеров, настоящих мастеров. И когда в хорошем, уютном зале, когда вокруг мы можем любоваться живописью, это маленькие, фактически декабрьские вечера могут. Вот. И мне кажется, что российско-немецкий дом на таком уровне находится, когда он может это сделать. Я вам очень благодарна. И надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. И я надеюсь, что также здесь большие музыканты будут звучать и играть, потому что и для вас это интересно, и музыкантов, когда их слушают вот так же, когда тишина в зале стоит, благоговейная тишина. Это очень дорого. И я благодарна моим друзьям, которые сегодня вот такую огромную программу все могли мне помочь сделать, потому что фактически вот вся программа создана для вот этого трио замечательного. Трио великолепнейших музыкантов, которые любят настоящую музыку, которые отдаются музыке, потому что далеко не сейчас, не всегда превалирует творчество. Вот. А коммерция, она очень вредна искусству. Коммерция и искусство — вещь несовместимая совершенно. Понимаете? И поэтому я рада, что у меня есть друзья настоящие музыканты, вот, которые согласны в любой момент прийти и сыграть. Потому что это же труд великий. Мало того, что, как говорится, композитор напишет, но он должен услышать. И это колоссальнейший труд услышать и прочувствовать новое, то, что хотел сделать композитор. Я им очень благодарна. И я надеюсь, что их путь в искусстве, а уже это сейчас известные в Москве музыканты, он будет он не будет усыпан розами отнюдь, он будет бесконечное испытание, как у настоящего художника,
каждую, потому что это редко бывает, чтобы настоящий художник имел только победы. Нет, ничего подобного. Больше поражений, больше испытаний. И очень мало, очень редко рублевские победы творческие. Поэтому они готовы к этому, я тоже готова, всю жизнь к этому готовилась, и всю жизнь это испытываю. И я думаю, что вот наше такое единство понимание роли искусства, всех тех, кто слушает музыку, мы дорожим каждым слушателем. Каждым слушателем. И нам всегда, когда мы слышим в зале вот эту вот благоговейную тишину и внимание, по-моему, ничего радостнее и счастливее нет момента для музыканта. И я думаю, что наша страна великая, богатые музыкантами, и все больше все-таки будет шириться и звучать классика, настоящее, настоящее искусство. Я думаю, что еще до моей жизни все-таки случится, что мы будем свидетелями еще одного возрождения настоящего искусства. И все то, что мелкое, злободневное, бытовое, все уйдет. А останется только настоящее. Спасибо вам. Очень интересно, когда это именно эта традиция тоже прекрасная, когда программа и предваряется словом на немецком языке, это должна остаться эта традиция, она всегда будет. И это замечательно делать. Спасибо вам большое. Das Konzert von Tatjana Smirnova-Schulz ist leider zu Ende. Wir bedanken uns bei Ihnen und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Дорогие гости, концерт Татьяны Смирновой-Шульц подошел к концу. Мы благодарим вас за внимание и желаем приятного вечера. Спасибо. Проходите. Сейчас. Исполнители. Да. Ну так, здесь вот садитесь. Здесь. Просто, извините, такой вот, ну, восхитительный просто концерт, изумительный вечер. И дай Бог, чтобы вот вы всегда вот такая вот была, вот в таком вот валом каком-то таком состоянии, да? Чтобы всегда вот такое, да, чтобы все у вас удавалось. И здоровье, здоровье. Ну что еще можно сказать? Самое главное здоровье. Будет здоровье, все у вас удастся. Спасибо. Да, спасибо. Здоровья. Да. Да.
счастья. Татьяна Георгиевна. Татьяна Георгиевна. Спасибо. Поздравляю. Всем. А я все-таки пройду. Всем должна Вот, 9-го обязательно. Ножичка. Спасибо еще раз. Да, чего мы составим? И вот... Я еще помочь Смирнова. Да. И я Смирнова, девичья фамилия. Целый класс там. Ну, на Смирновых, Ивановых, Петровых Россия держится. Вот. И Германика. Да, и Германика. Вот мы видели сегодня и слышали, и прочувствовали замечательное творчество Татьяны Георгиевны. Но ведь кроме вот этого творчества, она ведет колоссальную работу такую просветительскую. Я был в Доме композиторов и вот смотрел, как она с какой любовью, душевностью вытаскивает этих композиторов забытых. Вот Казакевич, она дочка вела, слепая старуха, она там, видно, где-то уже 90 лет. Забыли ее. Все забыли, а вот Татьяна Георгиевна вспомнила. И вот она ехала с нами как раз в троллейбусе. Там троллейбус что-то переменил маршрут, не туда повернул, они ругались. Вот потом пришли, исполнили ее лучезарную музыку, которую она, видно, еще в молодости писала. И старуха прям воскресла. Вот, Флерковский был там. Вот, еще ряд композиторов. Вот, она очень приятно, значит, очень общается с детьми. Завораживающе говорит. И очень так она чувственно и в то же время романтично настраивает детей. То есть вот она от эти традиции любви к музыке передает молодежи и не забывает стариков. А ведь человек, в общем-то, проверяется по отношению к слабым. А, к слабым, к детям и старикам. Детям – это наше будущее, и передается традиция. И к старикам – это наше прошлое. Это то же самое наши корни. Чтобы вот мы не забывали корни, не забывали наше будущее, чтобы мы брали пример с Татьяны Георгиевны. В ее самозабвенной 30-летней службе в Доме композиторов еще. Да. Кроме того, что она сама композитор. И до сих пор благотворительной. Да. Вот давайте за эту ее черту и выпьем. Спасибо вам большое. Спасибо. Семья та, которая единственная семья в Москве, которая нас в свое время и поддержала, когда мы приехали из блокадного Ленинграда, когда мы в 45-м году сюда. Наши отцы Спасибо. Были большими друзьями. Да, да. Вот мой отец. И мой, и Владимир Евгеньевич. И еще третий папа был товарищ, и тоже все... с немецкой фамилией. Да, да. Представьте себе. Вот, так что мы все вот. Дружные. И, к сожалению, вот фамилия сыграла трагическую роль. Владимир Евгеньевич погиб. Тоже в 42-м году. Вот. Да. Второй ее папа, Георгий Григорьевич, тоже прекрасный человек. Великолепный человек. Замечательно. Поддержал в нужное время. Вырастил, можно сказать, дал возможность стать Танюше тем, кем она является сегодня. И действительно, сегодня единственное, что можно только пожелать, за что поднять бокал, это, конечно, за долгие-долгие лета творческой жизни, за тот пламень, который у тебя горит, да, чтобы он никогда не угасал, продолжал светить всем нам. Да, всех тебе благ во всех отношениях. Спасибо, дорогой, спасибо. Здоровья, любви и счастья. Спасибо.
счастья вам. Спасибо. Совершенно. Такие жертвы вообще в жизни испытать, чтобы все сделать. Контуженному дважды, без работы, на минимальной пенсии. На трех работах потом работал, для того, чтобы я имела возможность учиться. И это вообще редкий подвиг. Так же, как и мама. Бог знает, кому посылать хороших людей. Да. Так что вот сегодня нет со мной. Но три человека для меня самые драгоценные в жизни. Но свечи надо погасить, поскольку да. Да. Так что именинница должна... Да, резать надо. Сразу все. Да. Дух не хватит. Уже устала. Уже устала. Надо сразу устала. Надо. И мы, безусловно, хотели бы, чтобы наша творческая и личная дружба продолжалась. Вот. И, конечно, больших вам творческих свершений новых, Татьяна Георгиевна. Вот. И надеюсь, что мы вам в этом поможем. И вам спасибо большое. Я должна сказать, что вы действительно помогаете, потому что вдруг позревает какая-то идея. А не сделать ли то-то, то-то, то-то. Пробую, думаю, а потом уже когда почти сделала, звоню. А вот здесь так. И вот, между прочим, вот эти циклы посвящения разные, вот сегодня... не прозвучал такое романтическое послание Антонина Дворжика, у меня есть сочинение, которое играет, дивно играет. Вот я просто могу сказать, что это, ну, лучше даже, честно говоря, не представляю исполнение, вот как делают это Нина и Коля, потому что, ну, знаете, вот они много раз играли на совершенно разных аудиториях, абсолютно, вот, как говорится, люди и музыканты, и музыкантские аудитории, и не музыкантские, и вот, знаете, одинаковые реакции. Вот, наверное, это о чем-то говорит, потому что действительно прочувствована вот эта музыка и близка. Близка, и это вот для композитора это, пожалуй, самое дорогое, потому что ну, не так часто это бывает. Не так часто бывает. И, к сожалению, у нас зачастую вообще судьба очень тяжелая. Вот здесь замечательный композитор, один и второй, так сказать, стоит, и я хочу. Донесение вот того, что ты хочешь, твоих мыслей. А это бывает так редко, и потом, вы знаете, даже, может быть, прекрасные музыканты, но, как говорится, и ситуация не та, и обстоятельства не те, как говорится, и, ну, вот как бы в попыхах это все происходит. Я уже не говорю о том, что каждый из нас, написав крупное произведение для оркестра, для хора там, или для крупных жанров, там, оратории, оперы, вообще отказано нам услышать эту музыку. В основном, за редким-редким исключением, понимаете? То есть это все мы пишем как бы в будущее, как бы в надежде на то, что когда-то это прозвучит. Потому что вот реально, таковы сейчас реалии, что никто из нас не может сказать, что вот где-то в ближайшем обозримом там десятилетии это может прозвучать. Анечка, печально. Это, конечно, судьба наша очень. Но есть чудесная тяжелая. В России для того, чтобы жить, надо умереть. Точно, точно. Это абсолютно точно. И я еще более того скажу. С другой стороны, я хочу сказать, что, может быть, поэтому наши композиторы таковы, что, страдая, они могут создавать действительно ценное. Потому что если бы все было очень красиво и хорошо, и благополучно, думаю, что, наверное, многих сочинений бы просто не было создано. Вот такова наша, как говорится, ну, реальность. Хорошо? Я отловил тут вот, когда концерт кончился, Николая. Ну и говорю, что ты говорю, для престижа, по принуждению или вот от сердца? Вот. Он так посмотрел серо-голубыми глазами на меня и говорит, знаешь, говорит, мне нравится, я говорю, от сердца. Вот давайте за это выпьем. Нет, правда, это большой подвиг музыкантов, и вообще, когда они
хотят быть соавторами. Вот это большое дело. Коля, спасибо. Я очень счастлива, что мы имеем общее, как говорится, воззрение. И что-то делаем вместе. Давай, чтобы ты всегда от сердца. Да. А то у него иначе. У меня такое ощущение, что... Очень приятно. На Коле все написано, как на игре, что называется, так и на лице. Это тот самый редкий случай. Я не собираюсь. Вот жалко, что нет колокола. Жалко, что нет колокола. Очень счастливы, что сегодня наша коллега, композитор Татьяна Георгиевна сегодня такой нам праздник сделала, и концерт прекрасный, и музыка прекрасная. И вот смотришь вот на нее и просто вот любуешься, не знаю, как цветком каким-то чудесным. Вот слава Богу, что вот есть такой человек. Не знаю, по-женски очень нежный и очень какой-то трогательный, в то же время обладающий какой-то огромной силой внутренней, волей и мужеством. И все это чувствуется в ее прекрасной музыке. И я просто счастлива, что я знаю такого замечательного человека, композитора, музыканта и просто человека. Спасибо. Спасибо. И позвольте продолжить немножко. Вот вчера направление Союза композиторов, я в связи с тем, что концерт родников вначале был на 30-й, мой грех, а оказывается перенесли на 31-й, и Союз композиторов, естественно, послал от всех композиторов Москвы самые теплые сердечные слова в адрес Татьяны Георгиевны, которая один из самых уважаемых наших композиторов Москвы, а может быть и даже больше, России. Но наша трагедия в том, что Россия очень велика. Очень много талантов, которых просто не хотят, к сожалению, замечать. А вот тот, кого не надо замечать, то у нас в России начинают замечать. Вот я хочу, чтобы творчество Татьяны Георгиевны было заметно, оно значимо, оно крупно. И оперы, и симфонии, и оратории, и инструментальные произведения. И самое главное, то, что Татьяна Георгиевна дает возможность своим творчеством жить новым коллективом. Вот то, что сегодня играли замечательные, молодые, талантливые исполнители, нуждающиеся в своей отечественной музыке, оригинальной, написано для таких уникальных инструментов, как арфа, которая имеет колоссальные традиции у нас в России. Вот. Это тоже, это, как говорится, Татьяна Георгиевна просто дает жизнь исполнителям. Вот. И самое огромное спасибо всем ее большим друзьям, которые сегодня пришли на концерт, которые получили огромное удовольствие. И в эти замечательные минуты горят с нами свечи, наши улыбки, наши глаза. И мы поздравляем Татьяну Георгиевну с замечательным ее юбилеем. Спасибо. Доброго всем здорова и много-много творчества. И Андрюша, и тебя еще раз поздравляю. Руза. Художник Андрей Каблак. Акварель.
Произведение искусства настоящее, вот корзиночка. Очень красиво сделано. Это роза. Любимый мамин цветок был. Роза. Лев Степанович Смирнов, наш однофамилец и добрый друг. Картина называется «Бульвар». Очень живая картина. Вот так и хочется пройтись по этому бульвару. Вот это удачная работа, я считаю. Причем он все тонирует, рамку, все красивое. Вот в данный момент очень хорошо это сделано. Мне очень нравится. Похороны гетман Людмилы Александровны, моей мамы.